Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Unit 3, секция Homework, домашняя работа, упражнение 7. Do exercise 57 on page 89 in written form. Сделайте упражнение 57 на странице 89 письменно. Напомню задание из упражнения 57. Match the beginnings of the sentences with the ends. Сопоставьте начало предложений с их окончанием. Поехали. Начало. Под цифрой 1 мы сопоставим с окончанием под буквой C. У нас получилось. If it gets dark, I don't go for a walk. Если темнеет, я не иду гулять. Второе сопоставим с F. If it's the 1st of September, I start school. Если 1 сентября, я начинаю учебу в школе. Третье с B. If you want to join the Explorers Club, fill in the registration form. Если хочешь присоединиться к МКИ, зарегистрируйся. Четыре сопоставим с D. Do homework every day if you want to get good marks. Делай домашнюю работу каждый день, если хочешь получать хорошие отметки, оценки. Пятое мы сопоставим с A. Come to our school website if you want to make new friends. Заходи к нам на сайт, если хочешь завести новых друзей. И последнее, шестое, сопоставим с I. Get up early every day if you don't want to be late for school. Вставай рано каждый день, если не хочешь опаздывать в школу. Как вы заметили, либо в первой части, в начале предложения, либо во второй части у нас присутствует условие какое-то, if, да, если. И это условие выполнимое, поэтому мы ставим глагол и в первой части, и во второй части во время present simple, простое настоящее время. Это условие, опять же напоминаю, которое реально воплотимо в жизнь. Если бы это условие было невозможно выполнить, невозможно осуществить, то мы бы, естественно, использовали совершенно другое время. Well, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.